Чтобы определить, имеет ли семья право на выплату, нужно общую сумму доходов семьи за последний год разделить на 12, а полученный ежемесячный доход разделить на количество всех членов семьи. Если итоговая величина меньше полуторакратного прожиточного минимума в регионе, то можно подавать заявление в пенсионный фонд. Воспользоваться правом можно до полутора лет со дня рождения второго ребенка. В Краснодарском крае размер выплаты составляет 9 845 рублей. Ежемесячная выплата назначается на срок до полутора лет. Остаток материнского капитала можно будет потратить после достижения ребенком трехлетнего возраста на уже известные цели – улучшение жилищных условий, погашение ипотечного кредита или образование. По всем вопросам обращайтесь в пенсионный фонд.